в детстве, когда я еще вот была маленькой, приезжали к нам бабушка моя, Акулина Таскурска, со Щегров, Александра бабушка. И здесь вот рядышком местная бабушка была, бабушка Ариша. И они всегда у нас собирались. Когда мои бабушки приезжали, бабушка Ариша приходила к ним, значит, в гости. Посиделки раньше так назывались. И вот они там между собой разговаривали. И помню я, как бабушка Ариша, значит, говорила бабушкам моим, прославится наше село, тогда у нас деревня, сейчас вот называют, прославится наша Муравлёва, на бугре будет стоять храм, но уже наших жителей уже не будет. И я про это все забыла. Но потом, когда уже работаю, вот Барышниковский дом культуры, я прихожу в Муравлёвский сельский совет, значит, сам сельский совет, и мне работники сельсовета говорят: а ты слышала, у нас там фундамент закладывают, церковь будут строить. Какое мое было состояние? Я говорю: девчонки, а вы представляете? А я это знала. А откуда ты знала? А вот бабушка говорила, ну, они знают всех, здесь все местные, знают кто, что вот будет у нас. Мое состояние было, вы не знаете, какое. На самом деле сейчас стоит церковь. Один храм стоит, другой строится. Люди потоком едут. Прославилось оно, и было у нас как бы прославлено, к матушке все равно ездили. Но сейчас еще больше прославилось. Она малограмотная была. Может, слышала от Мисаила что? Вот именно от Мисаила они и слышали. Потому что они ходили к матушке, именно они и слышали. Вот. И сейчас, естественно, конечно, уже здесь... Именно вот как она сказала, ну наших людей не будет. Да, сейчас уже больше приезжих, и уже местных уже, конечно, осталось уже совсем мало.